Общепланетарное транспортное средство Юницкого – это технология, которая способна перевернуть наше представление о космосе и посмотреть на него совсем другими глазами. Это геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. С его помощью можно значительно снизить стоимость вывода груза в космос. Он позволит за один рейс доставлять на орбиту около 10 миллионов тонн грузов и 1 миллион человек. Такое количество людей и грузов понадобится для создания и поддержки работы околоземной космической индустрии. По сравнению с земной индустрией, расположенной на поверхности планеты, космос и околоземное космическое пространство имеют ряд преимуществ. Во-первых, на орбите будет невесомость, чего нет на планете. Это позволяет производить уникальные материалы, механизмы, оборудование. Во-вторых, на орбите будет глубокий вакуум, который на Земле получить сложнее, чем добыть нефть. Кубический метр глубокого вакуума стоит дороже тонны нефти. Вакуум в сочетании с невесомостью позволит, например, освоить производство уникальных, сверхчистых и сверхпрочных веществ и материалов, в том числе наноматериалов и биопрепаратов. В-третьих, космос имеет неограниченные ресурсы – пространственные, сырьевые, энергетические, иные. Проект общепланетарного транспортного средства за прошедшие 40 лет многократно исследован и проверен расчетными методами. Он полностью технически и экономически обоснован и реализуем. Создание общепланетарного транспортного средства включает в себя три основных направления, осуществляемые параллельно. Первое – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Второе – подготовка и создание, строительство экваториальной стартовой эстакады 5 в 1, совмещенной с транспортной системой SkyWay, а также зданий, сооружений, инфраструктуры. Третье. Изготовление и монтаж общепланетарного транспортного средства протяженностью 40 076 километров. Весь комплекс работ, связанных с созданием общепланетарного транспортного средства, планируется выполнить за 20 лет, к 2038 году. Кто знает, каким путем пошла бы история человечества, не появись на свет хотя бы один из них – гениев, преобразивших мир. Но гениев никогда не понимают современники. В этом смысле Анатолию Юницкому, создателю общепланетарного транспортного средства, повезло. Его идеи поддерживает огромное количество людей во всем мире, понимая и разделяя его тревогу о судьбе планеты Земля. Сегодня от всех нас зависит осуществление грандиозного проекта SpaceWay. Ради наших детей и внуков, ради самой жизни на планете Земля, человечество должно осуществить этот гениальный проект.